Надрезаем по суставу их ноги. Ломаем. И дорезаем. Мам, ты дома? Ой, сыночек, пришел. А что с вещами? Ну, я пока что к тебе перееду. Пошел нахуй отсюда. Ну, мам, хватит. Я сказала, пошел отсюда, незнакомый человек. Я тебя вырастила, выкинула и нехуй делать, пошел нахуй. Да, мам. Я сказала, ну давай, рассказывай. Что рассказывать? Я наебну сейчас. Да, сейчас-то за что? Поругались, что ли? Ой, блин, а чё ко мне? Чё не под мост? Сейчас я позвоню этой проститутке. Тварь такая, змея подколодная моего сына. Наташенька, моя хорошая, здравствуй. Моя ты хорошая, это красиво. Да пришел вон, да, плачет, сидит. Слезы крокодили, сопли по колено. Спорит с тобой, вот козлит. Я отпиздила его уже. Говорю, иди, он сейчас придет, цветов принесет. Цветок. Герань тут у меня стоит одна. Я ж так счастлива была, когда вы встретились. Мне такое счастье было, тахикардия такая была. Все, договорилась, пиздой отсюда. Дайте матери спокойно пожить. Я, может, замуж собралась. Это ржешь, блядь, на папку ты похож. Да не знаю, где он. За хлебом отправила в 90-е. Видать, до сих пор вот. Махаться будем? Ты что, кошка? В смысле? 9 жизней у тебя? Нет. Тогда беги. Пошел! Yo solo sé que montaron عجيب قلت انت جاهزه مفاجاه طيب جاهزه السلام عليكم عليكم السلام восемьдесят восемь ударов колбасы по Apple Watch 61 колбаса умирает. Wow! Все, блядь, приехали, блядь. Поедем, блядь, в тюрьму теперь, нахуй. Я ебу, то пиздец.
Этот мужчина – тролль самого высокого уровня. Живя рядом с аэропортом и видя, что пролет самолетов мешает ему спать, он вывел на крыше своего дома огромную надпись «Добро пожаловать в Кливленд». И все бы хорошо, но он живет в Милуоке. Пассажиры самолетов, заходивших на посадку, устраивали истерики, увидев надпись и решив, что они прилетели не туда, в связи с чем летчики стали облетать его дом стороной. Моя мама модница, какие штаны я себе купила. Блять, забей её в твою пшонаху с видом! Ты не маешь права даже пальцем трогать там что-то, если ты не разбираешься. Коля! Не коляй, если не дай бог хоть что-то не работает. Все, кино не будет, электричество кончилось.